Друзья, всем привет! Наконец-то настали холода, и мы с супругой решили съездить на рынок садовод. И подтолкнули нас к этой поездке огромнейшие цены на одежду в магазинах супермаркетов, где цена на один пуховик взлетела аж до 20 тысяч рублей. И мы ну никак не хотели расставаться с нашими кровно заработанными деревянными боливарами. Садовод находится на востоке Москвы и обеспечивает одеждой все рынки страны. Ведь именно на нем торговцы закупают вещи по оптовым ценам и потом везут в регионы. Добравшись до метро, нужно ехать еще 30 минут до самого рынка на платной маршрутке. А вот уезжать, правда, можно и на бесплатном халявном автобусе до метро Люблино и Щелковская. Сам рынок находится в огромном крытом павильоне и был создан на смену черкизовского. Товары закупаются напрямую из Китая, Турции и ряда других стран и продаются с небольшой наценкой в розницу и оптово для торговцев. Стратегия поиска вещей заключается в поиске наиболее выгодных цен, которые начинаются где-то с 20 ряда и до 28. Выбираешь, например, куртку и спрашиваешь цены на такую же куртку в разных палатках. Выбираешь самую вкусную цену, с которой можно еще сторговать от 100 рублей и выше. Дешевле цен, чем на этом рынке, в Москве даже в интернете не найти. Так что приезжайте, друзья, делайте покупки и наслаждайтесь самыми качественными подделками. Обратный же путь тяжек, из-за обилия желающих уехать он напоминает фильм «300 спартанцев». Спасибо за просмотр, не забудьте подписаться и поставить лайк под